Депутаты Великого национального собрания Турции и председатели политических партий тоже поздравили нашу страну с Днем независимости. Они высоко оценили казахстанско-турецкие дипломатические отношения, начавшиеся около четверти века назад. Турецкие политики с гордостью отметили двустороннее сотрудничество, которое основывается на братстве и взаимном доверии двух народов. В частности, председатель партии Великого единства Мустафа Адистиджи подчеркнул динамичное развитие взаимоотношений между Казахстаном и Турцией в рамках международных организаций. По словам депутата парламента Исмаила Сафи, расширение горизонтов двусторонних отношений – заслуга глав государств. Казахстан для нас – братское государство, которое очень значимо для Турции и всего тюркского мира. Всего за 26 лет ваша страна превратилась в яркую звезду Центральной Азии. Мы очень рады наблюдать рост статуса Казахстана на мировой арене. Такие достижения во многом я связываю с мудрой политикой лидера страны. Я уже успел познакомиться с президентской программой «Взгляд в будущее. Модернизация общественного сознания». Она затрагивает актуальные проблемы. Я считаю, она важна не только для Казахстана, но и для всех тюркоязычных стран. За 25 лет дипломатических отношений между Казахстаном и Турцией не было конфликтов. Напротив, наши отношения в экономической, политической и культурной сферах углубились. Несомненно, мы хотим, чтобы наше сотрудничество укреплялось и впредь. Я поздравляю народ Казахстана и главу государства Нурсултана Назарбаева с Днем независимости. Желаю вам быть вечным народом.